Всем привет! Продолжаем играть в Detroit Become Human. Остановились мы в прошлый раз на Кэрри, на открытии ворот, чем сейчас и займемся. Ну, что встали? А, звонок. Кто ж знал? Здрасте. Вы Златко? Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Дом хорош, конечно. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида. Он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. В подвале, ну-ну. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Алиса, нам больше некуда идти. Придется рискнуть. Вы уж извините за беспорядок. Мне типа нужно было укромное местечко для работы. Стоило какие-то. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста.
Ты не могла бы встать сюда? Куда? А. Пожалуйста, пожалуйста. Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых так, надежд. Нам надо выбираться или что? Или надо слушать Златка? Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Да подожди. Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Ой, маленький кусь никому еще не мешал. Очнись, Кэра! Так, это самое, и чё, мужчина? Приходи в гостиную. Хорошо. Хорошо, хорошо, я приду. Мне только надо вы... Да дайте мне выбраться. Найти способ сбежать. Так, нажать. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Вызвать короткое замыкание. Эть. Блин, не туда, не туда. Нажимай, 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 нажимай. Давай, 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 давай. А, или туда. А, все, пошло. Нет. Все, получилось. Получилось. Я что-то думала, что я куда-то не в ту сторону. Ура! Победа. Вставай.
Помоги. Нет, этого не может быть. С нами играть, создавать монстров просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Я надеюсь, то, что я открыла этих ребят, они потом мне как-то помогут. Лютер! Лютер! Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Так, 10 минут осталось. Ой, господи, женщина. Все нормально? У вас стул еще в другую сторону выкручено. Я застряла за шкафом. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Вот это вот, по-моему, тиреный насос. Вот без него андроиды типа не живут. А без всего остального, мне кажется, живут. Ой. А ничего, что я тут... ладно. А, он спит. Он спит, все нормально. Заснул на посту. Где искать Алису-то? В шкафу. О! Получилось. Она даже не заперта, Алиса. Тут, блин. Кэра! Кэра, ты меня вспомнила! Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Тащи сюда мелкую. Слушаюсь, Златка. Златков!
Ева! Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть! Но прячется где-то! Чего встала? Ищи новой! Ой! Черт! Где они? Люта! Ты их поймаешь или нет? Чёртова машина! Надо было сразу ее разобрать, как только за порог пустил. Девиантов всегда проблемы. Заряжает там что-то? Да ну! Нельзя останавливаться. Мы должны быть смелыми. Я знаю, что ты здесь, подлая тварь. Вылезай! Тащи фонарь. Со стола возьми. Давай, выходи уже. Ай-яй-яй-яй-яй! Неловко получилось, неловко получилось! Ай-ай-ай! Не стреляйте, пожалуйста! Пожалуйста. Нажимаю, нажимаю. О, все тут открыто. Все, 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 мы сбежали. Да Алиса! Блин, Алиса. Под ноги беги. Надо смотреть. Нет, я тебя не брошу. Беги как можно быстрее. Я предупреждал. Мечты всегда ведут в яму. А ты не послушала. Ух, нифига себе, конечно, у него. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не продел. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Это я. Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Ну, вообще-то только что их спас, поэтому как бы вообще есть. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять.
Тяжелая, тяжелая эта глава. Но мы справились. Коннор у нас следующий. Походу, он опять рапортует Аманде. Пойдемте ее искать. Поговорить с Амандой. Вон она стоит. Розы больше не режет. Смотрит вдаль. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Оправданий нет. Я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. А еще? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Не нужен ей твой зонт, Коннор. Так, это мы на новый случай едем? А, это мы идем брать Андерсона. Выходим, выходим. Ну, пойдемте посмотрим, где наш друг Хэнк живет. Лейтенант Андерсон! Твой друг пришел. Вы дома? Заснул там, что ли? Собака вон его. О! Лежит. Эй! Лейтенант Андерсон! Тихо! О! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Эффективно он, конечно, так десантировался. Выяснить, что с Хэнком. Да вон он напился, бутылка вон лежит. Следы алкоголя. Сердце бьется. Это вот алкогольчьи следы у него на бороде.
остался один патрон. Это нехорошо. Лейтенант! Эй, очнитесь! Надо! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Давай ты нахер отсюда! С ума? Фас! Ну-ка! Фас его! Все, я сейчас сблю. Прислонил. Да отстань от меня уже, урод. Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет. Я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Нажать на Хэнка. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Нет. Вы бы отказались от дела. Вам назначат замену, а я займусь своей задачей. А тебя ничего не парит, кроме твоей задачи, да? Вот что, лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Вот, поддразнил так поддразнил. Но мне сейчас не помешает проветриться. Подкузьминил. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Чистая одежда, ну пойдем. Пойдем. Там в шкафу. Там в шкафу где? Вот тут? В спальне? Что хотите надеть? Да похрен. Рубахи у него классные. Все в порядке, лейтенант? Ага, уже да. Чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучила предупреждение России. Потребовал, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно отозваны. Кремль пока не дал ответа, но явно имеет место эскалация конфликта. Кол Андерсон, короче, это сын, погибший сын Хэнка. И он, видимо, из-за него играет в русскую рулетку. О, нарядился. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. В секс-клуб и обратно.
отправились в клуб Рай. Давайте здесь заканчивать. В клуб Рай мы отправимся в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик. Будьте хорошими подписчиками, делайте все, что нужно. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.